Это что такое вообще? Сосна, да? Какой-то дрын. Ну, в общем, дрын не гнилой. Взял саморезы с фасовки 51 и 55. Держи, Валя. А линейка где? В этой куче у нас 51-й, здесь 55-й. Погнали! То есть остановил и дальше пробую закрутить. Срыв балош, срыв головки, да? Не срывается. Поближе, Валер, сними вот здесь. Там процесс. Еще ближе там. Давай. Все. Снимай. Это у нас 51-е. А может сучок попробуем? Смотри, сучок даже закручивается. Я не знаю почему. У людей там не получается нашими саморезами крутить. Но у меня вроде все получается. Так. Дальше. Причем бита не новая, да? Вот она блестит. Использованная. Смотри, я с фасовки взял горсть и все просто закручиваю. Срыв головки не происходит. Дальше 55-е. Отлично. Давай в сучок. А, сучок не вышло. Следующий саморез. Нет, просто неправильно наткнут. Наклон. Еще раз попробуем. Нет, сучок тяжело. Но я его все равно закрутил. Пятый 5 уже длина побольше и тяжелее заходит, да? Но заходит. Проверка на срыв головки. Покажи еще дальше. Ну, чтоб я вот остановил, да? И буду продолжать сейчас крутить. Зашел внутрь, не сорвалось. Ничего не срывается. Саморез закручивается. Какие проблемы, я не пойму. Все, последний. Давай его сейчас буду топить. Остановил. Продолжаю. Видал, да? Все, Валер, спасибо тебе за видео.